Всем привет! С вами канал Виртуальный музей ретротехника. Сегодня у нас фотоаппарат Пионер, выпуска 34 года, завод ВОМП. Судя по гравировке на верхней крышке, принадлежал И.Е. Александрову. На взводной головке выгравировано «За 10 лет работы на опытном заводе ВОМПа». Удалось выяснить, что Александров действительно работал инженером-оптиком на опытном заводе ВОМП и занимал должность заведующего оптическим цехом. Спустя некоторое время удалось найти книгу «Изготовление пробных стекол 1932 года», написанную Александровым. Существует еще несколько работ, также написанных этим автором в 30-х годах прошлого века.